Банде Гуру Падо Дандам Бхактабинда Саманитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Сри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопижано Самаюктам Биндаванам Манухар Ванша Калпатару Вашаки Пасинду Бибача Патитананг Пабуни Бхавишна Бибхо Намо Нама Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хетигирим Ядки Патамаханг Ванди Парамананда Мадхавам Бриндави Тулсиде Байпияви Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Яйо Мудир Шанкиртане Кришна Катопадеш Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Йогта Бхакти Прамадакша Джагодбарана Дхейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараннам Виттатихам Панатопал Бхавадипотам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ятпад Паллаванакачандамани Чатая Беспуриджита Кимапигабхадюшвадарши Пурнанурагра Сусагра Сарумурти Сарадхикамай Кадапипам Гараш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитану Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламбита фужоу канука бодато Шанкиртаной капитару камула ютакшо Вишамбару дижабару жугадхармупало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппена саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши твабам бхагам Нараяно приямананга мадапарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Вагиша Джоша Бадане Лакшмир Джоша Чавакшаши Джасьясти Хидай Самби Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рам Рам
Каено вача манасиндиорва будхатманава онусито сабава кароти жад жад сакалам парасмайи нараянити самарпайет. Каено вача манасиндиорва будхатманава онусито сабава кароти жад жад сакалам парасмайи нараянаю самарпайта. Гаудия Гоштипати. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагангуру сказал, наша цель не является зарабатывать деньги, накапливать деньги. Then automatically, due to money power, we can grow false ego. Если мы разбогатеем, то станем гордыми. Из своей гордости начнем пренебрегать гуру и вайшнавами. Гаудия Гоштипати, Шрила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру said. Шрила Прабхупада, Парамахамса Джагадгуру сказал, что нашей целью не является накопление денег. Если мы станем этим заниматься, то возгордимся из-за накопленных богатств и не сможем выражать должное почтение Гуру Вайшнавам. Шрила Прабхупада говорил, что он говорил, я даже ничего не оставлю вам, у вас не будет никакого, то есть я не буду давать вам деньги, потому что если у вас будут деньги, вы будете спокойно есть, спать. Я не буду давать вам деньги, не оставлю вам деньги. Более того, я еще назанимаю долгов, много долгов, чтобы вы до конца своей жизни расплачивались, чтобы до конца своей жизни вы были заняты, потому что жизнь в преданном служении не терпит лени. Такова природа Шрилы Прабхупады, его божественная природа. Он не позволял своим ученикам отдыхать, не приемлял ленность. И таким должен быть настоящий садгуру. Если гуру не занимает на протяжении всего времени своего ученика, чтобы у него не оставалось ни секунды, случится так, что майя атакует его. Таким образом, Шрила Прабхупада занимал всех своих учеников разнообразным служением. Сегодня день явления Авирбхавтитхи Шрилы Бхактидейта Мадхава Госвами Махараджа и Тирабхавтитхи Гаурикшардас Бабджи Махараджа. Джай, день ухода Шрилы Бхакти, Шрилы Джай Уттана Экадаши. Шрила Бхактидейта Мадхава Госвами Махараджа рассказывал, когда я вернулся к Прабхупаде спустя 10-12 дней, которые мне потребовалось на выполнение служения, которое дал Шрила Прабхупада. Я только приехал, и Шрила Прабхупад тут же сказал мне ехать на и выполнять следующее задание, ехать на Хавру, то есть ехать в Калькутту. Он даже не дал отдохнуть 5-6 часов. Нам кажется, что это жестоко.
Нам кажется, что вайшнавы так строги, почему они дают так много служения. На самом деле, это не жестокость и не строгость, это милость. Они хотят, чтобы уже в этой жизни мы достигли лотосной стопы Господа. Прабхупад всегда каждого своего ученика занимал служением. Как только он выполнял одно служение, Прабхупад тут же давал следующее. Обусловленная душа сама не может постоянно заниматься служением, поскольку ее природа и природа ее ума постоянно отвлекаться. Но Прабхупада каждого занимал служением. Вот мы сейчас читаем Шримад Бхагаватам и видим, как Уддава хотел вместе с Бхагаваном Шри Кришной покинуть этот материальный мир, пойти вместе с ним. Но Кришна сказал, нет, ты должен исполнить мое наставление. Мы можем делать что-то, что нам хочется, и считать это служением. Но является ли это служением по-настоящему? Настоящее служение — это то служение, которое дал вам ваш Гурупад Падма. Шрила Прабхупада приезжал на гору Пурниму, и все преданные собирались вокруг и начинали задавать. И Прабхупад стал, каждого спрашивал, тебе какое служение хотелось бы получить? Что тебе нравится делать? То есть это были преданные, вновь пришедшие. Там были вообще все преданные. И тот Шрила Прабхупада спросил Хагриву Брамачарья, тебе какое служение нравится? Он ответил, Прабхупада, какое бы служение ты мне не дал, я в ту же секунду, как получил твое наставление, чувствую огромный энтузиазм исполнить его. Мне нравится любое служение, которое ты даешь мне. Это сказал Хайгрил Брамачари, который в будущем стал Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджем. Вот это и есть настроение служения. Казалось бы, обусловленная душа может сама по себе совершать служение. Однако она еще не имеет представления о желании сердца ее Гурупада Падмы. Кто-то может считать, вот хорошее служение — собирать пожертвования. И наверняка оно порадует Гурудева. Но если заглянуть поглубже, заглянуть в сердце Гурудева, действительно ли он, Гурудев, хочет, чтобы вы занимались этим служением? Хотел ли этого Прабхупада? Многие так и не смогли осознать желание сердца Шрилы Прабхупады. Может возникнуть вопрос, какое служение Шрила Прабхупада совершал своему духовному учителю, как он служил ему? У людей часто возникал этот вопрос, поскольку они лишены веры. Что Прабхупад сделал для Гуркшрута Бабжи Махараджа? Каков будет ответ? Что вы скажете, если бы вас так спросили? А каково было служение Шрилы Рупы Госвами Пада, Шрили Санатани Госвами? А как служила Джива Госвами Шрили Рупы Госвами своему гуру? Шри Чайтанья Мано Биштам — это главное. Главное в служении. Это шлока, которую написал Шрила Рупа Госвами, применима ко всей нашей Рупануга Гуру Варге.
С внешней точки зрения может показаться, что Прабхупад не осуществлял никакого служения своему духовному учителю. Он не стирал, не готовил для него. Но Гуру Кишорадас Бабаджи Махарадж настолько доволен служением Прабхупады, что нам невозможно представить. Потому что Гуру Кишорадас Бабаджи Махарадж прекрасно знал, какое колоссальное служение совершает Шрила Прабхупада. Настоящее служение — это доставлять удовольствие сердцу своего Гуру Пада Падми. Гуру Кишорадас Бабаджи Махарадж хотел, чтобы по всему миру распространялась слава Чайтанья Махапрабху. Он не просто хотел этого, он всю свою жизнь этим занимался. Он воплощал это свое желание. Поэтому мы называем его Парамахамса Ачарья Варья. Он Парамахамса Уттама Вайшнав. Но, как я уже говорил, для того, чтобы проповедовать, Вайшнава необходимо спуститься на срединный уровень, на уровень Мадхьяматикари. А Уттама Вайшнав не видит ни в ком недостатков и, соответственно, не может проповедовать. Таким образом, желанием сердца Шрилы Гуру Кишорадас Бабаджи Махараджа было распространение Гора-вани, то есть наставление Шри Чайтаньи Махапрабху. И Шрила Прабхупада прекрасно знал об этом и всю свою жизнь исполнял его желание. Но люди часто не понимают и не видят этого. Более того, они даже критикуют Шрилу Прабхупаду за то, что он якобы не исполнил наставление Шрилы Гуру Кишорадаса Бабаджи Махараджа. Он сказал ему никогда не ездить в Калькутту и не общаться с материалистами. Даже не то, чтобы с материалистами вообще не общаться с кем бы то ни было. И люди критиковали его за то, что он якобы ослушался. Люди критиковали даже Шрилу Джива Госвамипада за то, что он ослушался своего духовного учителя Шрилу Рупа Госвамипада. Ну, материалисты могут болтать все, что угодно. На самом деле, я стесняюсь говорить о возвышенных темах, поскольку это слишком высокие для нас темы. Если я следую Прабхупаде, если мы следуем Прабхупаде, мы должны ему в совершенстве следовать. Не частично. Весь наш баджан должен быть под руководством нашей гуру-варги, нашего гуру-пада Падма, иначе наш баджан не будет иметь силы. Итак, Гуру Кишорадас Бабаджи Махарадж сказал Прабхупаде не ходить в Брахманду Кали, то есть в Калькутту, не принимать учеников и не общаться с материалистами. И Прабхупада всегда говорил, что он в точности следовал его наставлениям. Во-первых, говорил Прабхупад, я никогда не ездил в Кали-Браманду. Я ездил в Вайкунха-Браман, в трансцендентное Ната-Мандир. На Вайкунху, куда бы я ни поехал. Я ехал исключительно на Вайкунху, поскольку я ехал с одной целью — говорить Харикатху и воспевать киртан.
И я никогда не хотел принимать учеников. Хотя вы считаете, что все это мои ученики, они таковыми не являются, они мои гуру. Однажды на Авирбхавтитхе, после того, как каждый на день явления Шрилы Прабхупады, и после того, как каждый выступил с прославлением Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупада начал свое заключительное слово и сказал: «Сегодня вся моя гуру Варга прославляла меня. Я совершенно не квалифицирован». То есть они прославляли меня, но я этого не стою. Они мои истинные гуру. Они ежедневно, постоянно наблюдают за мной, за тем, что я делаю. Не совершаю ли я какой-то ошибки? Веду ли я себя достойным образом? Что я проповедую? Что я делаю? То есть так он прославлял своих учеников. Нам часто кажется, что Гурудев не знает, чем мы занимаемся. Но на самом деле Гурудев видит все, что мы делаем. И для того, чтобы условная душа продвигалась, нам необходим постоянный присмотр. Нам необходимо быть под присмотром Гурудева. И уже в этой жизни, в таком случае, мы достигнем Гауранги. Это сказал мой Гуру Махарадж. В этих словах не может быть сомнения. Но суть в том, что мы должны строго следовать наставлениям Шри Гуру. Обусловленная душа не хочет делать этого. Она хочет свободы. Поэтому ей так сложно прогрессировать. Также Прабхупад продолжил: «Я был вынужден говорить очень строго, и многие неправильно понимали меня, воспринимая меня своим врагом. Но я был вынужден говорить жестко и заставить их слушать Харикатху, сделать так, чтобы они отбросили свое лицемерие. Это была моя единственная ошибка, за которую они меня критикуют». Но то есть они считают, что я очень жесток, что я бессердечен. Но наступит день, когда они поймут, что я хотел сделать, для чего я делал это. Итак, совершать Харибаджан возможно лишь под руководством Садгуру. Того, кто не льстит. Сам Прабхупад говорит. Я говорю сейчас слово-слово. Если вы мне не верите, я могу показать доказательства, где это сказано, где это написано. Он говорит, что учитель служит ученику в наши дни. То есть духовный учитель льстит своим ученикам, своим последователям, чтобы они не оставили его. Ученики прекращают служить гуру и принимают служение от него. Но если якобы служа Гауранге, мы на самом деле хотим получать служение от него, что в этом хорошего? Но таково состоит положение наших дней. Итак, Прабхупад говорит: я никогда не ездил в Кали-Браманду, я хоть и ездил в Калькутту, я ездил на Вайкунтху, там Гаудия Мат, где мы постоянно говорим Харикатху и совершаем киртан. The kind of absolute association
то возвышенное общение, которое я получил от моего Гуру Пада Падмы, вытеснило всякий вкус общения с материалистами. Я никогда не хотел общаться с материалистами. У меня не возникало такого желания. Благодаря тому высочайшему общению, которое я получил от моего Гуру Пада Падмы. После такого уровня общения, после общения с таким великим святым, как я могу испытывать желание разговаривать с материалистами? Все, что я делал, я хотел поделиться с ними тем возвышенным общением, которое я получил от моего Гуру Пада Падмы. Я хотел принести им его через свою Харикатху. Я хотел помочь им подняться с их падшего состояния. Вам кажется, что я общался с ними, но это не так. Благодаря общению с моим Гуру Пада Падмой, мой вкус полностью изменился. Я никогда не хочу общаться с материалистами. Шрила Бхакти Дайта Мадава Госвами Махарадж привлекал к себе большое количество последователей. Куда бы он ни ехал, все восхищались им. Он совершал уникальное служение Шри Гуру. Практически во всех центральных узлах, во всех центральных городах находится храм, который находится Гаудия Матха, открытый Шрила Бхакти Дайта Мадава Госвами Махарадж. Даже в тех местах, где было невозможно получить маленький клочок земли, он умудрялся, он мог открыть большие храмы. Он открывал большие храмы. So in Calcutta Mall, one Marwari people he is coming daily. Old man, retired, one or two time come in a time. В Калькутте есть. Whenever he is coming. В Калькутте также есть храм, открытый Шрила Бхакти Дайта Мадава Госвами Махараджем. И один человек часто посещал храм. Он приходил на арати. И он постоянно видел, как Шрила Бхакти Дайта Мадава Госвами Махарадж с кем-то беседует. И однажды он в смиренном настроении, сложа руки в поклоне, подошел к Мадава Госвами Махараджу и сказал: «Простите, могу ли я задать вам вопрос? Когда вы совершаете баджан, я лишь вижу, как вы разговариваете с людьми, вы постоянно разговариваете, беседуете с кем-то. Когда вы находите время на баджан?» И Мадава Госвами Махарадж совершенно не разозлился. Он улыбнулся. Он сказал: «Садись. А что ты подразумеваешь под баджаном? Думаешь, это когда люди сидят, человек сидит в уединенном месте и повторяет святые имена? Но думаю, ты не знаешь, что то, чем я занимаюсь, есть моя главная обязанность. Когда обусловленная душа приходит к нам, мы даем ей харикатху. Это один из самых главных аспектов нашего баджана. Именно поэтому я беседую с людьми, но не думаю, что я говорю о материальном. Я говорю харикатху. И это высший способ баджана. Если кто-то думает, что проповедь и баджан не одно и то же,
он глубоко заблуждается. Его можно назвать падшим. А когда к вам придет осознание, что это нераздельные процессы, что это одно и то же, проповедь и баджан, вы станете настоящим преданными. То есть проповедь есть баджан. Много лет назад, когда Шрила Вамана Госвами Махарадж проповедовал где-то в Бенгалии, пришел один бедный человек. Точнее, Шрила Вамана Госвами Махарадж проповедовал в самых бедных районах, где люди не могли пожертвовать абсолютно ни копейки. Им даже жить было негде, они жили под какими-то тентами, которые, крыша которых протекала. И есть фотографии, где Шрила Махарадж давал харикатху под зонтом. Когда шел дождь, не было даже нормальной крыши. Не было комнаты, где он мог бы остановиться. Он жил под тентом. В Ассаме, в Бенгалии такая проповедь проходила в бедных районах. Он так сидел под зонтиком и повторял харинам. И точно так же Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, он точно так же проповедовал. Иногда им приходилось останавливаться даже среди леса, на каких-то бамбуковых строениях приходилось спать. Шрила Бхактивиданта Госвами Махарадж, пониже была полка для сна, Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж повыше. И Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж позднее рассказывал, как он спал и слышал, как под ними ползали змеи. Ну, как проповедую сейчас? Думаете, я преувеличиваю, когда говорю о трудностях проповеди вайшнавов? Нет, они действительно проповедовали так, сталкиваясь с огромными трудностями. Если вы услышите в подробностях об этом, вы начнете плакать. Им даже порой попить было нечего. То есть как многим они жертвовали для того, чтобы проповедовать в труднодоступных районах. В Панджабе, к примеру, большинство из людей, то есть большинство там майявади. Но Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж решил проповедовать там и достиг там успеха. Они не хотели слушать никого, но могущественный Мадхава Госвами Махарадж приехал туда и начал проповедовать бхакти. В день он давал 4 класса, 4 напряжения, он 4 раза говорил харикатху. Он говорил утром, после арати, затем в обеденное время, затем после обеденное время и вечером. Более того, позднее он пригласил своих духовных братьев проповедовать там, чтобы он часто приглашал своих духовных братьев на проповедь и просил их приезжать, чтобы люди очищались, потому что он знал, что если... То есть он говорил им, пусть люди очистятся, получив аш-даршан. Лишь взглянув на него, лишь наблюдая за Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджем, люди менялись, их сердца менялись. Джаджавар Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж, наш Гуру Махарадж, иногда к ним присоединялся еще Шридхар Госвами Махарадж. Так они проповедовали. И
целыми днями, днями напролёт говорили Харикатху. Как только начинало восходить солнце, они говорили Харикатху и до ночи. Однажды ученики Шрилы Бхактисиддханта Госвами Махараджа сказали, мы больше не можем приезжать, больше нет смысла сюда приезжать. Тут совсем не дают пожертвований, и так сложно проповедовать. И тогда Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал. То есть ученик сказал, ездить сюда — это трата, пустая трата времени. Точнее, это Вамна Госвами Махарадж, к нему обратились его ученики. То есть это мы тратим тут время и не занимаемся баджаном. А Вамна Госвами Махарадж сказал, что вы подразумеваете под баджаном? То, чем мы тут занимаемся, и есть баджан. Но если вы будете приезжать сюда только ради того, чтобы собирать пожертвования и вкусно есть, вы безнадежны, никто не поможет вам. То есть это то, что, чем вы тут занимаетесь, если вы с таким намерением сюда приезжаете, баджаном точно назвать нельзя. Порой люди пытались оскорбить Прабхупаду, говорили, где ваш Гурудев, где он живет? И тогда Прабхупад со всей гордостью объявлял, мой место жительства, вечное место жительства моего Гурупада Падмы — это лотосные стопы Шримати Радхарани. Но в настоящий момент он живет в Куле на Ганге, на берегу Ганги. Шрила Прабхупада, выдающийся пандит этого мира, выдающийся ученый этого мира, признанный ученый этого мира, принял прибежище у, казалось бы, необразованного Шрила Гуру Кишвардас Бабджи Махараджа. Вот вы должны хорошо поразмыслить над этим, о том, на самом деле это была целая революция, которую произвел тем самым Шрила Прабхупада. Он обладал нерушимой ништхой Шрила Гуру Кишвардас Бабджи Махараджа. Бхактивинода Такур указал Шриле Прабхупаде на Шрилу Гуру Кишвардас Бабджи Махараджа, чтобы он получил у него инициацию, но Шрила Гуру Кишвардас Бабджи Махарадж не собирался давать инициацию. Лишь с 17-го раза, когда Шрила Прабхупад попросил его, он дал ему наконец-то мантру. Шрила Прабхупада говорил, что с внешней точки зрения может показаться, что мой духовный учитель неграмотен. Но не сомневайтесь, что все шастры, Веды, Веданта, Упанишады находятся в его сердце. Вам может казаться, что он не квалифицирован, но он познал суть всех писаний. Итак, у вас нет права оскорблять моего Гурупада Падму. На что способны вы? Ни один в этом мире не может достигнуть Бхагавана при помощи денег, образования, знания и так далее. Однако есть немало примеров того, как неграмотные, преданные достигали Кришна.
Сидда Махасад, Бабаджи Махарадж, Кришна Дас Бабаджи Махарадж. Все они не были образованными. Однако они были, их образование было настолько выдающееся, что нам сложно представить. У нас на самом деле очень грязные представления, то есть имеется в виду, мы опираемся на свой на опыт прошлой жизни, но прежде чем прийти к вайшнаву, мы должны отбросить его. Потому что мы все в этом сейчас в своем мире, мы все в этом мире мы пытаемся постигать, опираясь на свой прошлый опыт. Когда мы что-то слышим, мы анализируем это и судим об этом с точки зрения нашего предыдущего опыта. И я прошу вас, если у вас есть то, что вы накопили с прошлой жизни, вы должны отбросить. Если вы считаете себя образованными, я прошу вас, выбросьте материальное знание, которое мешает вам слушать вайшнавов. Многие считают меня своим врагом, но я не являюсь их врагом. Я на самом деле желаю им настоящего блага, но они этого не понимают. Итак, мы должны понять причину, по которой Бхагаван хочет оставить в этом мире своего представителя, оставить в этом мире Удаву, сердце которого в полной гармонии с Кришной, сердцем Кришны. Кришна мог бы подыскать кого-нибудь еще на роль Удавы, на место своего представителя. В династии Ядава было много пандитов, но почему он выбрал именно Удаву? Ведь в мире было полно риши и муни. Шукадев Госвами, Парамахамса. И он мог бы, Кришна мог бы назначить Шукадева Госвами на роль своего представителя. Но он был Парамахамса, он не осознавал происходящее. И как я говорил, то есть проповедь означает, вы должны стать джентльменам, то есть имеется в виду, вы должны соответствовать времени. Вот как я говорю, я мог бы ходить в одной каупине, но я не могу так приходить к вам, потому что я должен следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. This way, Prabhupada wanted to engage Uddhavji Maharaj. So, Uddhavji Maharaj already having knowledge, vast knowledge, but still. Итак, так или иначе, Удава Махарадж был самым подходящим кандидатом на роль представителя Кришны в этом мире, поэтому Кришна избрал именно его. И несмотря на то, что Удава обладал уже в полной степени обладал всем знанием, Кришна вновь повторяет это знание для того, чтобы ради нашего блага. Bhagavan speaking Uddhava, this kind of bhajan mode cannot satisfy me completely. Bhagavan говорит, что ни гьяна, ни йога не могут до конца удовлетворить меня. Bhagavan going to confirm bhakta aham ekaya grahyam. Затем он говорит, grahyam bhaktya aham ekaya grahyam shraddhaya atma priyaha satam. Only by the help of Bhakti Devi. Исключительно при помощи Бхакти Деви. Бхакта, it is
Third casting, by bhakti, bhaktya. Hello. Only by bhakti I can feel satisfied. Я могу. Bhakti. Меня может удовлетворить лишь бхакти. But surely I think Bhagavan going to mean. Bhagavan went to mean Anna Vila Sunna Bhakti. We cannot say. Бхагаван говорит просто бхакти, то есть он не упоминает о деталях, что за бхакти. Но мы должны понимать, что тут он, конечно же, подразумевает чистое бхакти, а не абилашита, лишенное, а не абилаш, лишенное. Gocharam means gocharam. Actually, literal meaning is they can see Bhagavan. But here, Kunti Devi surely never wanted to. Gocharam means they can realize Bhagavan from heart. They can realize all your tattva, all secrets, everything. I mean, it is also right. They can see Bhagavan. It is called tattik darshan. Darshan two time. Существует два вида даршана. Some market man, oh, very nice, tall figure, Brahman. Когда Махапрабху, к примеру, приходил на рынок, люди смотрели на него, любовались ими и говорили: «О, какой красивый браман, такой высокий». Но это не есть настоящий даршан. Такой даршан может получить каждый, но он на самом деле, это на самом деле не есть настоящий даршан. Чапал Гопал также смотрел на Махапрабху. Но разве это был настоящий даршан? Уже получив даршан Махапрабху, как бы он решился на такой поступок, подложить атрибуты поклонения Кали к дому Шривас Пандита? Тем самым он нанес огромное оскорбление Шривас Пандиту, чистому преданному. Шривас, у которого был необычайно дорог Махапрабху. Так вот, это не есть даршан, это просто это материальное видение. Что есть даршан? Даршан возможен при помощи... То есть многие люди приходят к гуру, но каждый ли видит его по-настоящему? Многие с гордостью говорят: «Вот я получил мантру от этого великого вайшнава». Я говорю: «А ты его хоть раз видел?» Думаю, что нет. И обычно очень злятся, когда я такое говорю. К Шриле Прабхупаде однажды пришел человек и сказал: «Ваш отец меня очень любил». Я к нему приходил и читал Гиту. А Прабхупад, услышав его, так расстроился. Это был очень гордый человек. Прабхупад сказал ему: «Да вы его даже ни разу не видели». «Да нет, я постоянно к нему приходил. Ты просто не знаешь». А я к нему постоянно приходил, читал ему Гиту, и мы обсуждали с ним Гиту. И Прабхупад повторил: «Я думаю, вы ни разу не видели Бхактивинода Такура». Он трижды сказал ему, на третий раз этот человек совсем разозлился. Сказал: «О чем вы говорите? Я вам вновь и вновь повторяю, что мы провели с ним много времени». Человек совсем разозлился и вышел из комнаты. А Прабхупад сказал ему вслед: «Он не понял меня». Он так и не понял, что я хотел сказать. Бхактивинода Такур не... это не материальное тело, состоящее из крови и плоти. Но он воспринимал его именно так. Нечто подобное произошло в Калькутте, когда только открыли Гаудия Матха на Ультадан Гаджанкшн.
в то время не было храма, и было лишь съемное здание. Открыли Бхактивинод Асан, то есть там был не храм, а съемное здание. Много у Прабхупады уже были ученики, и многие пришли на Джанмаштами, на праздник, посвященный Джанмаштами. Затем следующий день был Нандотсав, большой пир. Пришли преданные, и один уважаемый человек. Он был очень гордым и считал, что он является любимчиком Шрилы Прабхупады. Он сел в линию, как все садятся во время просады, со всеми преданными. You are taking cake and malpo and cake. You are eating malpo and cake. Да, один преданный сказал этому гордому человеку: «Прабу, вы едите малпуа или малпуа едят вас?» Малпуа — это индийские сладости, очень вкусные. Вы их едите или они вас едят? И он так сильно разозлился, он отбросил от себя просад и ушел. В гневе ушел. Да, потом Прабхупаде передали, что происходит, что произошло. И Прабхупад засмеялся и сказал, он так и не понял, что ему хотели сказать. Смысл в этих слов был в том, что мы можем принимать просад с почтением, но мы не можем наслаждаться им. Мы должны почитать просад, даже если он соленый или недосоленный. То есть пересоленный или недосоленный. В моей жизни часто так бывало, что я вот приезжал откуда-нибудь издалека, и просада совершенно не было. Я весь день постился, сутки, и не одни сутки. Я приезжал в Матху, и мне говорили, ничего не осталось, кроме одного риса. И мне приходилось есть один рис с солью. Однажды на Гуру Пурниму я собирался совершить парикраму вокруг Говардхана. То есть я завершил парикраму, поздно пришел в Матх, спросил, есть ли какой-нибудь просад, что-нибудь осталось. Все, что было, только сухой рис. И я ел сухой рис с солью. То есть смысл в том, что просад необходимо почитать, каким бы он ни был. А, то есть я только приехал и сразу же пошел на парикраму. Я только зашел, то есть оставил свои вещи, принял омовение и тут же пошел совершать парикраму. И совершал ту парикраму я не для себя, а для некоторых преданных, которые оказались в трудной ситуации. То есть так мы отдаем энергию другим, но люди это не понимают. Люди думают, что я якобы уважаемый человек, но я никогда не хотел таковым быть. Я не хотел этого. Итак, мы должны быть полны энтузиазма. Нам необходим энтузиазм в отношении служения. Никакие мотивации. Нам не нужны мотивации. Я видел, как преданные, как люди совершает парикраму. After that, when Mott invite, finally he stabs somebody, kill.
То есть видел случай, как человек вот совершал постоянно, долгое время совершал Гавардхана парикраму, постоянно совершал, а потом случилось так, что он убил человека. Убил не просто человека, а убил преданного. Так и что же тогда результат этой парикрамы? Это что, результаты? Вот что его сознание стало таковым? Что он так сильно разозлился и кого-то убил? Нет, смысл в том, постарайтесь понять, это очень важно, что суть в том, что вы должны, что бы вы ни делали, без одобрения гуру и вайшнава служением не является. То есть, прежде всего, необходимо одобрение вайшнава, благословение вайшнава, одобрение. На протяжении дня мы делаем что-то благоприятное и что-то неблагоприятное для нашего развития. То есть, и получается, что мы делаем шаг вперед и шаг назад. Мы чуть-чуть продвигаемся вперед и возвращаемся в исходную точку. Махарадж говорит о какой-то игре, где нужно проделать определенный путь для того, чтобы достигнуть следующего уровня. Но если вы совершаете какую-то ошибку, то вас сразу же на нулевой уровень отбрасывают, если вы уже даже до 99 дошли. Проводили разные соревнования, не соревнования, а то есть тесты. Допустим, если ты отвечаешь положительно, тебе ставят плюсик, если отрицательно, то минус. И получается так, что ответив на все вопросы, часто ноль в результате получался. То есть ты даешь один ответ, и тебя вычитают этот балл. Если ты, то есть ты даешь правильный ответ, и затем у тебя этот балл вычитают, если ты говоришь неправильно. И вот в нашей жизни постоянно негативный поступок, позитивный поступок, негативный, позитивный, то есть благоприятный, неблагоприятный. И когда же нам все-таки у нас получится спрогрессировать? Большой вопрос. But in devotional field, Bhagavan already declared, you know, already declared. Opis chet sudur achar bhajate mam ananya bhav sadureva samantabha sammak vyavashite hisa. Also, we heard yesterday about oilo, oilo bin pururava. Несмотря на все, что было сказано выше, мы все знаем эту шлоку о печати судур ачара, где Бхагаван обещает, что если преданный совершит какую-то ошибку, она не берется в расчет. Прежде чем начинать баджан, необходимо понять, как его совершать. Можно всю жизнь занимать баджан, так и не понять, что это такое. Тогда ничего не достигнуть. Смысл в том, что мы должны следовать чистому преданному, который находится в линии Шрилы Прабхупады, кто в Бхактивинодаре. В наше время распространен гуруизм. Это так же, как капитализм и другие измы. Измы сейчас очень популярны.
Суть в том, что у всех нас разные цели. Кому-то интересен коммунизм, кому-то капитализм. Even they have no power to speak, then it is right, it is wrong. I'm not speaking in bhajan. This is right, this is wrong. Even they cannot speak. They can keep silence. Wrong and right, they have no power to speak. И гуру в наше время боятся сказать, что есть правильно, а что есть неправильно. Боятся или сами не знают. Бхакти пунати манништха сапакан упи сапава. Бхагаван speaking, if somebody take bath in a very, very low family, very low caste, Бхагаван speaking, сапакан упи сапава. Many those who are the eater of dog flesh, dog meat or flesh. Бхагаван говорит, что даже самый низкорожденный человек может очиститься при помощи моего бхакти, очиститься до такой степени, что станет, что сможет совершать яги. А это привилегированное положение, далеко не каждый может проводить яги. Знаете, почему люди рождаются в низких кастах, в семьях, получают низкое рождение? Почему? По своим предыдущим действиям, то есть по своей карме, мы получаем то или иное рождение в соответствии с нашими нашей предыдущей жизнью, с тем, что, чем мы там занимались. Но это всего лишь плоды кармы. И они ничто в сравнении со служением Кришне. Вспомните, как Кришна дает наставление, точнее, не наставление, а советы своему отцу, Нандабабе, перед тем, как состоялась Гавардхана Пуджа. Он говорит, в этом мире люди страдают и радуются по своим, то есть получают счастье и несчастье в соответствии со своими предыдущими делами. И получают они плоды этой кармы, не, то есть Индра не вправе как-то менять их. Бхагаван наблюдает за каждым, находясь в нашем сердце, в сердце каждого. You cannot do it anything secretly, because Bhagavan is there sitting, he's watching you. Мы не можем что-либо утаить от Господа. Он видит все. И когда Бхагаван одобряет, что да, сейчас эта джива должна получить плоды своих предыдущих действий, либо хорошие, либо плохие, и, соответственно, это Господь дает на это, дает право на то, чтобы это свершилось, и Индра в этой цепи не имеет никакого места. То есть он не вправе менять плоды кармы дживы. Forget the name of that Muni. Very important Muni. Anyway, sometimes this. So this way, one
Rishi boy, I mean the son of Rishi, offering tulsi without washing in water, giving to Bhagavan. Так, один сын Риши предложил Бхагавану. He was given punishment to take bath in a very low family. Стакан не помыв его, перед стакан с водой не помыв его, и его прокляли в следующей жизни родиться в низкой касте, в семье низкой касты. И он родился как гол чандал. Охотник, который выстрелил в ногу Кришны, был Бригумуни. Бригумуни, he too. I'm sure about it. Anyway, sometimes cannot remember. Иногда я забываю имена. Past, he wanted to provide one. Сейчас я вспомнил. Я не мог вспомнить прежде. Anyway, so I think so. If you can remember. В прошлый раз. I remember is Бригумуни, he too. Да, это был Бригумуни. No, was Jora. I'm sorry. Jora, bad. Jorabad, he wanted to take it. That Jorabad, previous life he was the Rishi. А, то есть Джора его звали. То есть в прошлой жизни он был вот этот Риши, а в следующее это был охотник Джора. То есть Бригумуни он был в предыдущей жизни. So, Bhagavan speaking, if anybody taking birth in a very low caste. Итак, Бхагаван говорит, что тот, кто рождается, даже тот, кто рождается в семье низкого сословия, может обрести бхакти и разрубить узлы кармы. Тот, кто служит мне с преданностью, очень дороги мне. Саттадайо пето видья ба тапасаннита мад бхакти апето атманам на саммак пунати. Somebody following some dharma. Dharma is not always the main Bhagavad dharma. Somebody will general dharma, which is not going up to that range. Like Gokarna is speaking to father. Dharma bhajasya sattatam tajo loka dharma. Shama dharma, ved dharma, loka dharma, like gopikas. Even veda dharma, loka dharma, all they are going to reject. Есть те, кто следует дхарме, но гопи отвергли ее. So, Bhagavan speaking, отвергли ради служения Бхагавану. Shatta dayu peto vidya vata pasannita mad bhakti apeto atmanam na samma punatihi. Without my bhakti, ради служения Кришне. Кришна говорит, многие без бхакти следуют дхарме, совершают различную ритуалистическую деятельность, но благодаря ей они не могут очиститься. Она не очистит их так, как это сделала бы бхакти. Вспомните историю о охотнике, о жестоком охотнике, который превратился в великого преданного. Никакой из процессов не может сравниться с бхакти. Bhagavan speaking after some next sloka I can speak tomorrow I can discuss about it. So Bhagavan speaking, dharmaha shatto dayo peto vidya va tapasannita mad bhaktya apetam atmanam na sammak purati. Complete purification if you demand, if you expect, then only we have to follow Bhakti Yoga, no other procedure.
Если вы хотите достигнуть полного очищения, вам необходимо идти путем бхакти. Другого процесса, подобного ему, нет. Я подумал, что так как сегодня день явления Шрилы Мадхава Госвами Махараджи, Шрилы Гуркшрита с Бабджи Махараджи, день ухода, поэтому я думал, что вообще не смогу давать Харикатху Шримад Бхагаватам, но я сделала так, чтобы сказать ей о том и о том.